И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр. И я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на сервере Savage. С модом Ark Come Alive. Еще не могу привыкнуть к вот этим всем изменениям. Я, как видите, уже переехал. Плот, кстати, там оставил, потом сломаю его. Вот, как видите, переехал. Сначала я собрался переезжать. Я ничего не брал. Адзака меня переодел в нормальные шмотки, более бронированные, я их обратно одел. Ничего не знаю, как сказал, что сказал, то и взял. Вроде бы ничего не поменено. Вот. Тут был такой кадр. Я захожу, смотрю, ну, птер, моська, все нормально. А где? Блин, у меня этот... все-таки его завалили. Ладно, расскажу сейчас. А, в общем, захожу, все нормально, все хорошо, и трека нету. Ну, думаю, ладно, пофигу, что, мало ли, убили, что поделать. Потом что-то бегал, уже собрался газовать, и смотрю, опаньки, а там это... Трек в куче, короче, тусуется с этими, в куче со всеми динозаврами. Видать, атаковать начали или что там, и, ну, в кучу полетели. И начали атаковать. В общем, прилетел сюда, заклеймил, так сказать, за собой территорию. Вокруг озера поставил все фундаменты соломенные. Здесь поставил фундаменты соломенные. Все прям хорошо сделал. Вот все прям хорошо. Да, видите, фундаментов нету, да? А я потом вспомнил. А какого фига? Я же из Трайба, если выйду, то это и постройки-то останутся за Ксенгерсом. Как я их уберу нафиг потом? Ну и пошел я, собственно, все построечки убирать. Тут как бы рестарт был и так далее. В общем, немножечко отдохнул как раз. И вроде как хоть с какими-то силами я начинаю. Кстати, у меня до сих пор так еще нос заложенный, но это нормально. Это полбеды, самое главное, основное все прошло. Кстати, погнали, я все-таки хочу посмотреть, где вот мой неудачный воришка. В общем, суть было дело в чем. Долетели, ну, кстати, сейчас к фундаменту, к водопаду подлечу и там уже расскажу, что да как было. В общем, доплыл я до берега, кстати, сейчас сразу же и сломаем этот плот. Доплыл до берега, все хорошо, как бы до края, так сказать. Решил убедиться, а можно ли упасть с обрыва на плоту? Нет, упасть нельзя. Я, получается, на плоту просто вплотную подплыл и больше ничего не мог сделать. А, вот он, неудачный мой воришка. Чувак, ты тут так и остался. Отлично. Жив цел орел. Вот это замечательно. В общем, подплыл к самому краю и... Ну, понятное дело, сел на птера и спустился вниз. Доплыли сюда, до берега, и все хорошо. Здесь начал переплывать. Начали мегалодоны нападать. Трайк-то доплыл. Они давай моську болить. Я просто в ярости. Зажусь на птером. Трайк отзываю. В неудачном воришке. Воришку, короче, я скидываю по-быстрому. Сажусь на птеру, думаю, что делать? Спрыгиваю в воду, хватаю копье и давай просто глушить всех. Ну, просто я даже не думал о том, сдохну, не сдохну, короче. Просто моська в беде. Все, просто всех мегалодонов раскидываю, кто спит, кого завалил, короче, тут манта подлетает, подплывают. Я давай одну, вторую, третью. Все, моську отбил, моська живая. Я думаю, фу, хорошо. Я несколько раз думал, что моська просто помрет. Нет, нифига, все. Живая, здоровая, все просто супер. Не знаю, кстати, где здесь мой плот. Он где-то здесь должен быть. Был быть, должен был быть, но, походу, дела он сломался. Я не знаю, из-за чего он исчез, короче. Вот хорошо, если бы он просто так исчез. Или... А, вон там я был. Вот, в общем, все хорошо, все замечательно. Кстати, вот смотрите, и FPS-ка-то, даже при такой нагрузке FPS-ка-то не проседает. Это вообще кайф какой-то. Алло, блин, а где же я тебя видел? Погоди. А, я, наверное, глюканул и остров посчитал, что это этот. Ладно, и да с ним. Так, надо приземляться. Срочно.
Опаньки, отлично. В общем, все нормально, все доплыл, моську спас, оказывается, реально там на последних здоровьях, на последнем здоровье моську спасал. И все. Довел до базы, все хорошо. Броня, кстати, вообще просто зачетная. Некоторые по мне били чуть-чуть, прям копеечки. Некоторые по мне вообще ноль дамага вносили, так что просто супер. Да, от Зака мне перекидывал там пару шмоток, менял, и у меня броня была 31 тысяча. Не спорю, было искушение нехилое. Но я все-таки решил, собственно, что мне дарили, в том и пойду. И так я лишнего немного взял. Вот, так что, как бы, такие вот дела. Но своего воришку я поймал, обратно вернул, так что все просто супер. Не зря я сюда прилетел, и я его нашел, увидел. Вот, хорошо. Ну все, сейчас что делаю? Сейчас возвращаюсь на базу. И начнем уже ограживать территорию. Сейчас еще раз пролечу, посмотрю, есть, нету. Ну, мне казалось, что он должен быть. Может, он рассыпался, типа, может, его сломали. Ну, в смысле, этот, сломали динозавры какие. Потому что логи я посмотреть не могу. Логи трайба это уже поломка этого фундамента, все дела. Вот, так что да, я не вижу ничего. Так что значит, он, походу, дело сломанный. Ну да ладно, это как бы мне пофигу, как говорится, мне меньше хлопот, так как его мне ломать не придется. Так что летим уже на базу и уже будем начинать застраиваться. Фух, не, кстати, вот это круто. Смотрите. Вес 151. Так, взять все как было. Также подбираем. Садимся. Вес 220. То есть 70 веса тупо я сбросил. И благодаря этому я прилетел быстрее. Это офигенно. Это офигенно. Это круто. Блин, этот рюкзачок меня прикалывает 100%, так что я, так сказать, не зря случайно его притомил. Я, кстати, ему качаю вес немного, сейчас хочу до 150, вот, добить, и дальше немного здоровья ему, чтобы он все-таки поздоровее был. Вот, ну и что, сейчас все, я начну уже застраивать немного свою территорию. У меня сейчас есть ресурсы, какие-никакие. Что-то сам подобывал, что-то спер. Ну как что-то спер там. В итоге то, что спер, я там же и оставил. И единственное, что у меня взято, это 45 фундаментов там осталось со старого. Ну, по сути, все вот эти фундаменты, это я сейчас разобрал фундаменты и так далее. То есть здесь около 150 фундаментов мне нужно было, чтобы все это оградить. Вот. Ну и, кстати, я просто офигел, когда увидел вот эту вот штуку. Смотрите. Здесь просто мод, ну, чисто для меня. Помните, я говорил, сезон строительства, все дела. И, честно, этот мод чисто для меня. То есть, вот это все строительство. Допустим, chain dock fence, то есть, цепи в доках. Foundation dock, то есть, это все... Вот эти вот все постройки, это чтобы офигенный док сделать. То есть, где здесь... здесь не только всякий лайтхаус, да, этот... ой, господи, лайтхаус, маяк. Также вот ступеньки, полы. То есть здесь все сделано, всякие поребрики и так далее. Здесь просто дофига всего именно для постройки красивого побережья. Собственно, это я их, этим я и хочу заняться. Вот, ну, как говорится, всему свое время. Так. Да, всему свое время. Возможно, какой-нибудь красивый корабль поставим, чтобы он тут стоял. Там, все, батл Галеон поставим, чтобы он
стоял там, либо вот это вот откроется, может его, может просто галеон поставил. Именно поставлю в доках, просто чтобы было красиво. Я у администратора, у Оли спросил, она сказала то, что конечно можно, то есть как бы, по сути да, типа жемчуг и так далее, это хорошо, но единственный ресурс здесь это жемчуг. Вот, собственно, проблема больше была не в том, что можно, не можно, а проблема в том, что не повлияет ли это как-нибудь на игроков. Так, разгрузился немного. Вот, повлияет ли это как-нибудь на игроков? Ну, во-первых, здесь, на этом озере, мало кто вообще лутает. Начнем, пожалуй, с этого. Некоторые, по, как я уже говорил в прошлом видео, некоторые по несколько тысяч часов играют, они знают про вот это озеро. И то, что здесь сразу вот туча жемчуга, и на первых порах, если честно, то это очень даже легко все это лутается. И это близко. Во-вторых, как мы уже знаем, всякие обелиски и так далее, они дают множество ресурсов. Всякие жуки вот цветные, которые от Зака на базе стоят, они дают много ресурсов. Что тоже офигеть, как влияет на игровой процесс. То есть, по сути, эти жучки дают больше ресурсов, чем ты вот здесь руками налутаешь. Вот, причем они, как я понял, они еще и в офлайне работают. Вот, так что, пока ты спишь, они не дремлят. Вот, поэтому, как бы, здесь можно будет поставить. Я поставлю где-нибудь вот здесь. Здесь, потому что так немножко высоко. Где-нибудь здесь поставлю маяк красивый. Там у меня будут пирсы стоять. Вот там я хочу сделать мост красивый, именно переход. И вокруг, 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 везде будет такая построечка, именно просто такая пирс, ходьба, все дела, то есть как бы ничего такого. Опять-таки же, повторюсь, народ, если вы будете здесь строиться, давайте будем здесь сделать все красиво. Я не против, если кто-нибудь задумает такую постройку, как типа мост через всю вот это вот, то есть через весь каньон, построит огромный красивый мост. Честно, я буду только за. Опять-таки же повторюсь, если вы приходите на сервер, то пожалуйста играйте, не просто так пришли там типа оп, построили там халупу 2 на 2, там притомили двух динозавров, все, ливнули, а они потом здесь стоят. Так, конечно, я потом их уберу там, либо попрошу, чтобы убрали, потому что как бы если долго человек не будет заходить и не предупредит ни меня, ни администратора, то что вот типа блин, я не могу зайти в игру, короче, пожалуйста, там, скажи администраторам, чтобы не убивали меня, там, типа, не удаляли мою постройку и все в таком духе. То есть, либо там сразу администраторам лучше пишите то, что вы не сможете зайти в игру энное время. Это будет правильно, по крайней мере, тогда хотя бы ваша постройка будет жива. И я же все-таки буду стараться, если я буду видеть заброшенные постройки, говорить, чтобы их уничтожили. Потому что офлайн рейд запрещен. 8 дней, а порой неохота ждать 8 дней, чтобы убрать лишние постройки. Ну да ладно, все, ночь началась, я пошел все это дело ставить, и, ну, также опять по кругу, фундаментов мне хватит, чтобы поставить по кругу и немножечко здесь оградиться. Вот, и уже, я думаю, сегодня начнем строить домик. Топ, первый пошел. А, какой первый пошел? Стоять! Вот я лупотряс, я опять сейчас бы от Синагерса бы сделал все это дело. Стоп, 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 стоп. Тихо, 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 тихо. Так, надо копье убрать из рук. Во-первых, все, какой постройка? Постройка забили. Постройка забыли, все. Я в племени Синагерс. Мне нужно, то есть принадлежит племени, все дела. Мне, во-первых, что нужно сделать? Мне нужно снять клеймо. С моей динозавров. Снимаем клеймо. Раз. Снимаем клеймо. Два. Снимаем клеймо. Три. Да, это может потом, если что, прийти от Зака и снять клеймо, но мне же, как бы, зачем лишний раз это... Ёптель-мопти, 40 плюс уже левелов. Так, снять клеймо... 4. Все. Со своих динозавров я снял клеймо. Все отлично, все замечательно. Сейчас, то есть у меня здесь нет никаких построек, ничего. Сейчас я беру. Покинуть племя.
Так, давай-ка я сначала сделаю вот так вот, повысить до администратора, на всякий случай, передать лидерство игроку, теперь ты еще и владелец, снять с должности администратора, о, это вообще тащу, короче, ты теперь отзак владелец, так, и покинуть племя. Все, теперь я покинул племя, все хорошо, теперь я заклеймить, отлично, заклеймить. Замечательно. Заклеймить. Супер. И заклеймить. Все. Теперь они чисто мои и больше ничьи. Супер. Супер. Вот. А теперь я, если буду ставить построечки, то владелец проведет YouTube channel. Именно это мне и нужно было делать сначала, а не строить сраную тучу фундаментов, а потом, йоу, просто-то мне же надо их ломать, все. Вот, теперь я уже, пока бегаю, там ставлю фундаменты, все дела, я придумаю название для трайва. Ксеногер, к сожалению, уже занятый. Ну, я надеюсь, Адзака нравится это название, ну, если не нравится, то переделает. Вот, ну, я что-нибудь придумаю, да. Ну, а пока... Пауза. Чё, больше ничего не придумал. Ворона в натуре, а. Ну, вот как я так мог пропустить эту штуку? Ну ладно, одно хорошо. Здесь только могут подстроиться я, либо Адзака. И я, честно, сильно удивился такой фигне. Смотрите, где он стоит, и я здесь не могу построить. Вы прикиньте? Я, понимаешь ли, строчу, оказывается, можно даже через два фундамента по сравнению с той дальностью, которую я обычно делаю. Офигеть. Ну, ты просто офигеть можно. Ну, ладно. Может, потом попрошу, чтобы убрали вот этот фундамент, потому что он вроде бы только один остался. Ну, а пока не буду. А, кстати, вот, Адзака, ну, прилети, пожалуйста, убери его. Я пока что убирать, ну... Ой, я пересрался, мне показалось, там кто-то ходит, господи. Это аргентин взлетал. Вот, пожалуйста, убери его, я потом как раз уже зайду и сам, короче, здесь все сделаю, доделаю и так далее. Так что фундамент как бы еще будет стоять несколько дней, так что все нормально. Мне пока что не до постройки с этой стороны, так что он пока что может и постоять. Как говорится, сделает и двойную услугу, так сказать. Блин, офигеть, как далеко действует. А я, блин, их строчу, думаю, блин, все там, сейчас поназастроят мне. Вот, мне нафиг сраного туча фундаментов-то и не нужно в таком количестве. Вот, поставился. Офигеть, ёк-макарёк, вот это кайф. Вот это я не знал. Да что такое, на скорость, когда ставишь, вот так вот вдаль выдвигаешь, он иногда не ставится, меня это раздражает. А вот, опаньки. Опаньки. И теперь вот прям сплошная экономия пошла. Просто. Вот, зато благодаря этому случаю я теперь знаю, что не надо так застрачивать, как я в прошлом сезоне засорял все фундаментами, как я в этом сезоне уже умудрился засорить все фундаментами. Не нужно так делать, потому что как бы в этом нет смысла. Да, круто. Круто, мне этих 20 фундаментов сейчас хватит, чтобы здесь еще забаррикадировать территорию. Офигенно. Так, ладно, все. Забаррикадируюсь дальше. Да уж, с высоты-то это кажется еще больше. Офигеть, вот смотрите. Какой черт бери радиус от этого фундамента действует. Ё-просоте. Вот это я не ждал, что реально такой радиус действует. Так что да. Вот так вот устрочил я зря. А я думал, даже так этого слишком мало, блин. Ну, конечно, я могу. Но зато теперь, смотрите, благодаря этому всему я немножко сэкономил ресурсов и поставил. Конечно, здесь я что-то не влепендрил, надо было влепендрить парочку фундаментов. Ну да, это я уже сам потом сделал. Вот, но в целом уже неплохо. И вот здесь нужно будет делать моя часа глава. Как видите, очень. Также вся территория защищена от построек. Ну, раз в 5, как минимум, меньше фундаментов поставлено. И это офигенно.
Кстати, в Трайп я к себе не принимаю. Я про это уже говорил. Говорю и буду говорить. В Трайп я к себе не принимаю. Если у Фуадзака будет желание, он это уже с ним договаривайтесь. Если что-то, как какие вопросы, это, ну, в плане сервера и так далее, это спрашивайте у администратора. Ну, можете в комментариях написать. У меня как бы тоже как бы не проблема. Айпишник надо будет добавить в описание, айпишник, потому что как бы я лично, то есть как люди говорили, то что можно найти и по названию, но я почему-то ни по Savage, ни по Come Alive я не могу найти, вот, такая вот проблемка, поэтому если вам нужно будет, то я добавлю айпишник, чтобы вы смогли найти по IP сервак, чтобы вам было легче. Вот. Так вот, глупо я огораживаю территорию, вот так вот проходит вся серия. И вы это будете смотреть, и не знаю, мне было бы отстойно это смотреть. Потому что дебильная какая-то серия. Но зато я здесь хоть что-то рассказываю нужное вроде бы как. Опять про свои дебильные истории, о том, как я пытался выжить и чуть не сдох. Да, вот такие вот дела. Ничего опять интересного. Ну, надеюсь, вам это хоть как-то нравится. Также, ну, про постройки я уже говорил, давайте делать их красивыми, интересными. Про рейды, антирейды, это я еще говорил в прошлой серии. Я состряпаю трайп потом и буду добавлять в альянс. Понятное дело, сразу от Зака попадает в альянс, это 100%. Это, как, собственно, это всегда и было. Вот, и как бы не проблема. А в альянс для того, чтобы вас случайно моя система обороны не убила, когда вы будете мимо пролетать. Потому что система обороны тут будет стоять. Она будет стоять на пляжу. Она будет стоять везде. Она будет стоять. Вот. Если вам нужно будет место под трубопровод, чтобы провести до воды, и у вас просто не будет возможности, потому что, собственно, вы сами все видите, я все вокруг поставил. И сейчас даже трубопровод нельзя будет поставить. Опять-таки же, это нужно будет написать мне, чтобы я убрал фундаменты для того, чтобы вы смогли поставить свой трубопровод. Вот. Но опять-таки же, я вам повторяю, нужно, давайте делать все красиво, а не просто так, не пойми что. Вот, я хочу, чтобы этот сезон был красивым и так далее. Ну, я не думаю, что вы сейчас все дружно ринете сюда, бежать, там все дела, и застраиваться здесь. Поэтому, как бы, я веду вообще расчет на то, что я здесь буду один, но сразу предупреждаю, я очень рассчитываю на то, что если нужна будет помощь, то вы мне поможете в плане защиты, потому что, ну, всякое бывает. Что, блин, еще хотел сказать. Первые серии, они все такие дебильные, вроде бы только начинаешь и так далее, но это мне повезло, у меня есть хоть что-то, и вообще я теперь не буду голодать, и у меня есть броня, я не буду дохнуть, я надеюсь на это, вот, и так далее. Кстати, надо кровать сделать, вот это ж нифига себе, я сейчас вспомнил. Подумал, а что если я спрыгну, что будет, а потом думаю, а что если я сдохну, а потом, просто у меня же кровати нету. Вот, это такая вот у меня логика и такие вот, такой ход мыслей. Это хорошо, что у меня есть такой ход мыслей, потому что тут полный обздец был бы, если бы я бы сейчас бы сдох. Вот, и пешком бы забежал. Мешок, вот спальный мешок и кровать. Простая кровать. Вот, надо изучить, хотя бы хоть что-нибудь изготовить. Что я могу изготовить? Да ни черта не могу изготовить, потому что мне кожи единички прям не хватает. Вот отстойно. Вот, в общем, конструктива как такового опять не было, потому что, честно, я очень сильно болею, мне очень тяжело. В том плане, мозг пока что плохо соображает, что нужно делать. Но это все фигня. Я ради вас стараюсь делать контент получше и выздоравливать посильнее и побыстрее стараюсь. Так что скоро будет все нормально. Вот, но опять-таки же в новом году все будет хорошо и все будет просто замечательно. Мне нужна твоя, ты что? Ой, я тебя завалил, в итоге я тебя успел. Так, ну,
короче, типа хорошо. Вот, даже я могу, наверное, сейчас кроватку создать. О, я могу даже две кроватки создать, вот это супер. Вот, так что все замечательно, как видите, я на этот раз не туплю, как это делаю практически всегда. Когда я просто прихожу, а потом еще полдня я пытаюсь Птера притомить, потому что я не могу. Я уже всех... Вот так вот ставим, короче, вот это сюда. Я хочу сделать домик как? Я хочу здесь построить дом. Сзади у меня будет стоять просто тупо такой маленький сад, ничего более. Ну, я пока что еще не придумал. Я пока что придумал дом и сад, и вокруг всего озера сделать пристань, и здесь поставить маяк. Все, я ничего больше не придумал. С кораблями будем разбираться, со всеми модами будем разбираться, что-то когда где. Извиняюсь, что все очень темно, но вы видите то, как я люблю играть. Вот, как бы... Если есть какие-то идеи и так далее, опять-таки же, отправляйте в комментариях ссылки на фотографии, на скрины, фотографии. Можете просто фотографии, реально фотографии домов, фотографии маяков делать. Там, ну, маяк как бы здесь толку никакого, просто хоп. Можете фотографии какой-нибудь старой пристани, как они выглядят, именно такие вот деревянные пристани. Не новые, а именно вот такие старые деревянные пристани, чтобы как-то было более похоже на настоящие и так далее. В общем, в этом плане вы мне тоже сильно поможете с скринами. Я буду, ну, понятное дело, там как вариант будет все блокироваться. Я буду смотреть каждый скрин, проверять. Если все нормально, я одобряю. Если все фигово, я могу еще и забанить за плохой скрин, вот, за плохую картинку и так далее. Вот, поэтому как бы аккуратнее. Всякое говно не шлите там. Ну, прикольчик можно, да, допустим, так уж и быть, я прощу. Ну, комментарии удалю, конечно, но прощу на первый раз. Вот, так вот я. Ну, все, в следующей серии уже будем строиться. В следующей серии я, наверное, буду снимать. Не, блин, надо сегодня домик построить, хотя бы своих динозавриков спрятать. Хотя бы от хищных динозавров, а тут аргентавец летает. Вот, и уже пойду спать, потому что я сильно устал. Время 11:30. Надо отсыпаться, надо хорошо спать, чтобы выздороветь, а в последнее время у меня это такого получается. Ну все, в общем, на этом все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Что там еще там? Делиться видео своими друзьями, да? Ну да, да, ты делиться видео своими друзьями. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра. Черт побери, я вот даже свою коронную фразу забыл в конце, которую я говорю. О, кошмар. В общем, все. Всем удачи, всем пока.